Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Энгин Акурик устанавливает новое правило в своей деловой и личной жизни. Да, мои дорогие подписчики, Энгин Акурик, один из любимых актеров Турции, осчастливил своих поклонников, объявив, что он установил новое правило как в бизнесе, так и в личной жизни. Хотя успешная актриса сделала себе имя, участвуя в кинопроектах и сериалах, она стала известна как имя, предпочитающее защищать свою частную жизнь. Однако не осталось незамеченным, что Энгин Акурик, который в последнее время засветился своими высказываниями и постами в социальных сетях, внес существенные изменения в свою жизнь. Энгин Акурик сказал, что сделает себе имя благодаря проектам, которые привнесут новое дыхание в его карьеру. Актриса, которая до этого неплохо справлялась с драматическими и романтическими ролями, заявила, что хочет проявить свои таланты в разных жанрах. Поэтому новость в том, что он начал работать над комедийным фильмом и телесериалом-триллером. Среди утверждений есть и то, что знаменитый актер также вел переговоры о проектах на международных площадках и что у него будет серьезное желание принять участие в зарубежных постановках. Ожидается, что если эти проекты будут реализованы, Энгин Акурик станет всемирно признанным и уважаемым актером. Энгин Акурик, который не делится многими подробностями своей личной жизни, в последнее время стал более активно использовать свои аккаунты в социальных сетях. Известная актриса, которая показала своим подписчикам свою романтическую сторону фотографиями и статьями, которыми она поделилась, обратила внимание на то, что открыла новую страницу в своей личной жизни. В своих заявлениях журналистам журналов он сказал: «Я думаю, что любовь – это постоянная ценность для меня. Но теперь я хочу вести свои отношения более приватно и уравновешенно. Вместо того, чтобы привлекать слишком много внимания средств массовой информации, я хочу заложить основу. В моих отношениях с уважением, пониманием и честностью». Он открыто заявил, что установил новое правило в своей личной жизни. Дело в том, что известный актер пока не дал четкой информации о своей возлюбленной или человеке, с которым продолжаются отношения. Быть предметом любопытства в мире журналов. Молчание Энгина Акурика по этому поводу и его лучшая защита своей личной жизни достойны восхищения. Решение Энгина Акурика применить новое правило в своем бизнесе и личной жизни вызвало большой ажиотаж у его поклонников. В то время как новые проекты, которые актер добавит к своей карьере, и изменения в его личной жизни с нетерпением ожидаются, считается, что Энгин Акурик еще больше вырастет с этими шагами и будет двигаться к успешному будущему. Поклонники Энгина Акурика, который своим талантом и харизматичным отношением занял важное место в мире турецкого телевидения и кино, с нетерпением ждут появления на экране его новых проектов. Он искренне желает ему найти счастье в личной жизни и сделать твердые шаги вперед в будущем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Энгин Акурик устанавливает новое правило в своей деловой и личной жизни. Да, мои дорогие подписчики, Энгин Акурик, один из любимых актеров Турции, осчастливил своих поклонников, объявив, что он установил новое правило как в бизнесе, так и в личной жизни. Хотя успешная актриса сделала себе имя, участвуя в кинопроектах и сериалах, она стала известна как имя, предпочитающее защищать свою частную жизнь. Однако не осталось незамеченным, что Энгин Акурик, который в последнее время засветился своими высказываниями и постами в социальных сетях, внес существенные изменения в свою жизнь.
Энгина Курик сказал, что сделает себе имя благодаря проектам, которые привнесут новое дыхание в его карьеру. Актриса, которая до этого неплохо справлялась с драматическими и романтическими ролями, заявила, что хочет проявить свои таланты в разных жанрах. Поэтому новость в том, что он начал работать над комедийным фильмом и телесериалом-триллером. Среди утверждений есть и то, что знаменитый актер также вел переговоры о проектах на международных площадках и что у него будет серьезное желание принять участие в зарубежных постановках. Ожидается, что если эти проекты будут реализованы, Энгина Курик станет всемирно признанным и уважаемым актером. Энгина Курик, который не делится многими подробностями своей личной жизни, в последнее время стал более активно использовать свои аккаунты в социальных сетях. Известная актриса, которая показала своим подписчикам свою романтическую сторону фотографиями и статьями, которыми она поделилась, обратила внимание на то, что открыла новую страницу в своей личной жизни. В своих заявлениях журналистам журналов он сказал: «Я думаю, что любовь – это постоянная ценность для меня. Но теперь я хочу вести свои отношения более приватно и уравновешенно». Вместо того, чтобы привлекать слишком много внимания средств массовой информации, я хочу заложить основу. В моих отношениях с уважением, пониманием и честностью. Он открыто заявил, что установил новое правило в своей личной жизни. Дело в том, что известный актер пока не дал четкой информации о своей возлюбленной или человеке, с которым продолжаются отношения. Быть предметом любопытства в мире журналов. Молчание Энгина Акьюрика по этому поводу и его лучшая защита своей личной жизни достойны восхищения. Решение Энгина Акьюрика применить новое правило в своем бизнесе и личной жизни вызвало большой ажиотаж у его поклонников. В то время как новые проекты, которые актер добавит к своей карьере, и изменения в его личной жизни с нетерпением ожидаются, считается, что Энгина Курик еще больше вырастет с этими шагами и будет двигаться к успешному будущему. Поклонники Энгина Курика, который своим талантом и харизматичным отношением занял важное место в мире турецкого телевидения и кино, с нетерпением ждут появления на экране его новых проектов. Он искренне желает ему найти счастье в личной жизни и сделать твердые шаги вперед в будущем. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.